гораздо более современный, чем любая другая тревога таких тревог, как у нас на самом деле. Ну, с военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Постоянно находится в состоянии боевой готовности. С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу. Тем более территориально. Я уж не говорю в других областях. И у нас и войск-то не было. Мы войска-то оттуда все убрали с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Ну, исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами вот западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Ну, тем не менее, это им решать. Они так решили. Ну, у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Вот. Зачем? Russia is evidently preparing for a long conflict with the West and prepared represents a permanent and essential military threat to Europe. If we, as United Europe, fail to respond sufficiently to this challenge, the coming years will be filled with danger and the looming threat of attack.